Итак, мои эксперименты в живописи продолжаются. Закончена очередная картина 60 на 40. Цветы в закатном солнце. Это люмпины, такие типа колокольчиков. Картина маслом. Здесь я хотела передать закатное солнце, которое дает отблеск на поле, и как бы цветы немножко светятся. В общем, отражение солнца в поле с цветами, что-то такое. Отблески желтого солнца ложатся на цветы, и они немного светятся в темноте, уже потемневшем от заката поле. Хотела передать игру света и тени. Ну, считаю, что здесь немножко можно было цветы реалистичнее сделать. Такие, знаете ли, они у меня столбами стоят. Ну, каждый художник себя чуть-чуть лучше недооценить, чем переоценить. Итак, в общем, рисовала я 9 часов по утрам, пока Алиса спит. Ранние часы для меня самые творческие. Я могу в тишине, если встану, часа на 3 раньше, спокойно посидеть, посмотреть сериал, порисовать. В общем, провести время в свое удовольствие, пока Алиса спит. Итак, вот такая получилась прекрасная природа. Освещение у нас тут темное. Сейчас вечер. Не очень выгодное для картины. Но тем не менее, о, при приближении очень красиво даже. Получилось, что получилось. Итак, хочу сейчас сделать аукцион. Кому понравилась картина, могу сказать первоначальную цену. Допустим, это будет 5000, шаг будет 100 рублей. И если вас заинтересует, можете написать личное предложение мне в комментариях или в Инстаграме, который будет под видео. Кстати, в моем Инстаграме есть другие картины с ценами, которые вы можете приобрести по адекватным ценам. Холст обычный, вернее, это картон, а на нем натянут холст. Он более тонкий получается, чем обычный холст. В общем, холст грунтованный на картоне фирмы Sonnet. Краски масляные, остаются годами, ничего с ними не случается. Рамки нету. Пишите ваши предложения по цене. Рассмотрю любые варианты. Еще пока не вешала, но как-то вот так будет смотреться на стене, в интерьере. Яркий такой закат довольно-таки. И цветочки пестрые. Все очень красиво и живенько. Вот такой интерьер у нас пока. Сюжеты по твоим картинкам, девочка разноцветная витаминка. Сегодня я буду любить тебя сильно, пока в моей голове действие витамина.